спеть с вашей помощью, друзья. Вы готовы? Я не умею летать, но когда я с тобой, я парю. Так, стоп, стоп, меня это не устраивает. Стоп, выключаем музычку. Так, друзья, как настроение? Я не понял. Где та самая толпа, о которой говорят по радио и по телевидению? Где та самая громкая толпа? Как настроение, Москва? Европа Плюс Лайв. Это вам проходит каждый день, но не каждый год, но не каждый день. Поэтому нужно запомнить каждое мгновение, отрываться по полной программе. Покажите, как вы отрываетесь, друзья! А я хочу узнать, кто там далеко от нас. Друзья, вам там все видно, слышно? Это невероятно, и видно, и слышно. Здорово, спасибо вам, что вы тоже здесь. Спасибо всем тем, кто смотрит сейчас нас в прямом эфире на канале MTV. Друзья, вам завидуют очень многие, но вы здесь, в гуще событий, в самом центре Москвы, можно так сказать. Так что радуйтесь, и я еще хочу увидеть эмоции ваши. Ну а теперь вот ответьте мне на вопрос. Вы готовы петь следующую песню вместе со мной? Вяло, готовы? Вот это лучше. Поехали, пробуем. Биение сердца. Опять придется вдруг потерять мне свободу мою. Я не люблю повторять, повторяю опять. Я не смогу отпустить. А может просто нам не верить тем словам, что принято повторять. А может быть мы просто рукой достанем звезды, чтобы научиться летать. На пределе путь не остановлюсь. Я на такой жизни вся взорвусь. Тает лед и вот курок на флот. На вылет сердце поцелуем лед. Сойти с ума, умереть всего на пару часов. Но умереть от счастья, а не от пули весов. Сойти с
с ума умереть всего на пару часов. Пусть утекает время, как между пальцев песок. Заснуть и вновь проснуться, рукою прикоснуться, не потерять твое биение сердце.